Сегодня в Ленинском районе состоялось открытие стеллы в честь электроаппаратного завода Чувашской республики. В прошлом году завод отметил свой 70-летний юбилей, а в этом решил порадовать город архитектурным строением. Идея создания памятника возникла у руководства электроаппаратного завода и главы республики, чтобы увековечить память легендарного предприятия. Стелла символизирует соединение прошлого, настоящего и будущего. Как раз эта стелла, кстати, она появилась на самом оживленном месте, напротив электроаппаратного завода. Я думаю, что здесь вот полукольцо самое красивое место, одни из красивых мест будет в городе. Вот сегодня на открытии были ветераны, они очень довольны. Это память о заводе, память о открытии. Электроаппаратный завод в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован из Харькова. Меньше чем через месяц он уже выпустил свою первую продукцию. Сейчас на заводе трудится около 2500 человек. Конечно же, мне сегодня, как главе администрации района, очень приятно видеть так красивую стеллу с обозначением первого и самого крупного промышленного предприятия Ленинского района, но и головное предприятие, где самое большое количество работающих сегодня на территории Ленинского района. Я им желаю, чтобы та работа, та цель и те возможности, которые у них сегодня есть, были реализованы. Ну и, конечно же, доброго пути всем работникам электроаппаратного завода. Имеет очень большое значение, так как я работаю на заводе с 80-го года. И наши поставщики, приезжая в город за продукцией, за нашей продукцией, иногда вот не знают, где завод, как им объяснить. И вот эта вот стелла будет как бы указателем для наших поставщиков, что это именно тот завод, который они ищут, и тот завод, на который они приехали. Инициаторы установки стелы рассчитывают, что композиция станет визитной карточкой не только электроаппаратного завода, но и Чувашской республики. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика.